Смотрите, ребята, красный шарик и его возлюбленная стали огнем и водой. Всем привет, ребятки! Меня зовут Споди Дудиду. Это огонь, ребята, и вода, которые будут проходить это приключение вместо красного шарика, ребятки. Это будет очень прикольно, я надеюсь, вам это очень понравится. Так, смотрите, как мы его скинули, этого малыша. Так, сейчас мы играем за огонь, а в следующем уровне поиграем за водичку. Так, ребята, будет очень круто, так что жду с вас лайков. Ну, а мы поехали проходить. Давайте теперь переместим этот ящик на ту сторону, так, хоп. Ой, куда ж ты падаешь-то? Нужно более-менее аккуратно это все делать. Вот так вот. Ей, смотрите, у нас получилось. У-ху! Ай! Зомбачок тут сидел. Ребята, если бы он на нас напал, что бы мы тогда делали? Неплохо. Давайте этот ящик передвинем на ту сторону, чтобы запрыгнуть с помощью него наверх. Вот так вот, хоп. А кто это тут прячется? Зомбачок, да? Так. Давайте-ка разгонимся. Оп, бам, здорово, у нас все получилось. Эй, почему ящик-то так далеко находился? Почему же его поближе не подвинуто? Ну да ладно, давайте еще вот так вот. Ой, ой, смотрите, получилось-то все. Что? Это как мы-то искупались-то? Я же... Нет, ребята, огонек не может плавать, он сразу... растворяется в воде, тушится прямо. Так, а ну-ка, куда ты едешь, тележка? Так, ребята, наш огонек упал, и теперь мы поиграем за водичку. Водичку, давай. Нет, водичка. Так как же ты можешь пропускать эти штуки-то, а? Эх, ребята, давайте прыгнем. Ай, нет! Куда это мы свалились? Мы же должны были прыгнуть. Ну-ка. Поедем. Ай! Фух, смотрите, хорошо, что у нас получилось. Так, а куда это я все тут поскидывал-то, а? Водичка, ты что? Давай-ка, проходи тут все. Ой! Привет, зомбачок. Как ты тут поживаешь? Получай. Так, есть. Смотрите, прямо на него попали. Все очень было рассчитано. Так, смотрите, сколько тут звездочек, такой трамплин. Ай, нет! Кстати, я мог прыгнуть таким образом, даже и сталкивать ящик в воду, но только надо было побольше нам разгончика. Оп! Ура! Так, а как мне тут подвинуть так, чтобы не упал? А ну-ка, давай, зомбачок. Тихо. Фух, получилось. А ну-ка, раздаем его, ребята. Так, хоп. Вау, это что за штука? Так, а ну-ка, смотрите, секретик. Если вот так вот сюда запрыгнуть. Ай, только у нас что-то не получается. Ну же. Наверх этого колечка, то вы откроете интересное достижение, ребята. Называется «Обратная сторона Луны», и вам откроется один из шариков. Ну... поехали, так. Прыгаем, держим звездочку. И теперь остался этот мяч огромный такой, хотя какой-то мяч, это же огромный камень булыжникович. Хоп. Так. Ой, куда это ты там утонул, злодей? Так, ребята, фух, вот это получилось приключение. Я надеюсь, оно вам очень понравилось, и наши персонажи очень даже неплохо справились со своей задачей. Если вы хотите посмотреть продолжение, то просто зайдите на мой канал Споди Дудиду. Ну что ж, ребятки, всем пока, а я пойду в воду.
Bye.